Друзья мои, привет! Предновогодний такой вот у нас сегодня получается видеоролик небольшой. История получилась довольно интересная, знаете. Да, чтобы там не порезать, наверное, пойду дальше руками. История получилась интересная. 11 числа, 11.01, купил, короче, я все-таки ремешок. О, какой хороший носочек прислал. Купил ремешок, два ремешка, из которых один оказался не той длины. Вот. В итоге вот такой ремешок. Кстати, в прошлый раз ремешки были без коробочек, без мешочков вот этих. И получилось так, что один из ремней продавец дал другого размера, то есть на 10 сантиметров короче, нежели длиннее. Вот. И, конечно же, я предполагаю, что все-таки ух ты, он, короче, он мне еще сказал, что он мне даст какие-то подарочки. Ну, в общем, вот еще один ремешок, то есть вот у меня был один от него, и вот второй ремешок. В прошлый раз он еще положил туда две копеечки. Вот, две копеечки китайские какие-то. Это было тоже весьма интересно. Но я открыл, короче, спор и говорю, давайте будем что-то думать. Он говорит, закрывайте спор и давайте сделаем с вами так. Я вам просто высылаю новый ремень и подарочек. Вот он, видно, послал подарочек, но я не знаю, китайские носки, наверное, это круто, но какой-то, к черту, размер смешной, наверное, какой-нибудь. Ну, на мой рост 187 сантиметров, там 45 размер обуви, ну, я думаю, вряд ли носочки зайдут. Хотя посмотрим, это было интересно и приятно. Сейчас давайте посмотрим на сам ремень. Вот в мешочке больше ничего нет. Мешочек вот такой, он изначально должен был быть вот именно вот в таком мешочке ремень. Однако в прошлый раз два ремня пришло просто... соответственно, вот в таком пакете, ну, транспортировочном, вот там, в таком пакете и вот в таком виде, только в целлофане, без вот этого пакетика. В этот же раз он удосужился положить в этот пакетик, плюс сделал подарочек один и плюс сделал подарочек другой. Ну что ж, благодарю его, большое ему спасибо. Вот, и ремень, опять же, как я и хотел, вот такого цвета. Вот, и что еще? Сейчас будем его вскрывать. Вот. Я буду, значит, здесь вот такие, ну, довольно приятные бумажки. Но они мне не нужны, поэтому мы их убираем. Я просто не знаю, как он там расстегивается или нет. Но не имеет значения. И вот, собственно говоря, вот такая вот у нас идет штука. И, пользуясь случаем, конечно, нужно... Конечно, нужно нам в обязательном порядке сейчас тоже замерить длину нашего ремня. Но в прошлый раз он был 110 сантиметров, а мне нужен был 120 сантиметров. Теперь давайте замерим, я уже боюсь. Ну вот, я уже боюсь. Ну давайте смотреть. Вот у нас пошел, короче, все ровненько, хорошо. Будет прикольно, если будет опять 110, это будет вообще жесть. Так, есть. Так, 110. 120. Все верно, 120 сантиметров. Ну, тут уже прикопаться не к чему. Он, видно, постарался уже. Вот, он, видно, понял свою ошибку. Жалко, монеток нам не прислал больше. А это было бы интересно. Тоже весьма интересно. Ну, хорошо, что прислал хотя бы этот ремешок. И, кстати, конечно, я более чем уверен, что это не кожа. Но все-таки ремешок приятный. Как бы, кому будет интересно, просто напишите. Он был довольно там такой, ну, не из дорогих. Но интересный ремешок. В общем, я продавца, конечно, рекомендую. Веселый продавец. Приятный во всех смыслах. Вот. Не мелочный и все такое. Поэтому, друзья, кто хочет, допустим, именно купить такой ремешок, я могу скинуть ссылочку уже по первому вашему зову. Пожалуйста, пишите комментарий. Хочу
ссылку на ремень, соответственно. Ну и, пожалуйста, делаем дело. Ссылка будет у вас. Все, друзья, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ну и расскажите своим друзьям. Вдруг им тоже понадобится хороший продавец ремней и даритель подарков. Друзья, с наступающим вас Новым годом. Счастья, здоровья и, конечно же, любви и процветания. Всем пока и удачи. Пока.